В Магадане почтили память погибших в Чечне. 11 декабря в России вспоминают мирных граждан и военнослужащих, которые погибли в ходе боевых действий в Чеченской республике. В областном центре Колымы у памятника погибшим землякам-колымчанам собрались первые лица города, депутаты и сотрудники ведомств. В этот день дальневосточники, несмотря на день, какой неделе он приходится, мы всегда собираемся у памятника погибшим землякам, чтобы почтить, отдать долг памяти, вспомнить каждого поименно. Память погибших солдат почтили минутой молчания. Церемония завершилась возложением цветов к монументу. 11 декабря 1994 года начался вооруженный конфликт в Чеченской республике, в котором погибли 4 тысячи солдат и еще 20 тысяч получили ранения, в том числе магаданцы.